Ну, здрасте, здрасте, получается. А что это у нас тут? Правильно, The Movies. По-моему, четвертая серия уже. Точно не помню. Давайте-ка посмотрим, что мы имеем. Давно не заходил. Обещал, что я сделаю здесь оградки. Но я не сделал, потому что я... В общем, ходят здесь люди. Поставил на паузу. Давайте паузу снимем. С паузы снимем. Опа, ты чё? Как у тебя вообще? Нормально все? Статист. Ну, как говорится, добрый вечер, бананчики не надо раскидывать, подружечка моя. Все, пожалуйста, бананчик подбери. Че, банан никто не подберет? Я понял. У нас впереди премия. Мы надеемся, то, что мы получим в эту премию. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. С чего начать? Я вообще не понимаю, с чего мне начать. Ждать премию, но премия когда у нас? 1 января 30-го года, у нас сентябрь, 2-3 месяца ждать. Нас записали мелодраму, сделали сценарий мелодрамы. Давайте-ка ее продадим. Пускай сценаристы пишут еще. Пожалуйста, посмотрим, на что у нас. Опа! Комедия. Большой успех у комедии будет. Так что давайте писать комедию. Что у нас по актерам? Актер, ты чего у нас? Комедии. Очень хорошо. Давай-ка в комедии иди порепетируй. Где? Этот опыт мелодрама. Комедия. Иди изучай комедию. У него есть подружка, которая очень хорошо шарит в комедиях. Вот она, по-моему. Ты тоже шуруй. Иди изучай комедию. Боевик. Ты иди боевичок, значит, получается. А ты, получается... Ну, тоже боевичок. А он... Он мелодрама. Изучаем. Дикий запад, тюрьма. Три костюма, 6 предметов реквизита, один задачка. Давайте посмотрим, что у нас есть. Постройки. Лишь надел сценарист, мне нахер не упал. Если у нас ничего нет, давайте посмотрим. В павильонах война. Поле боя большая слишком. Погреб ужасы. Тюрьма вот открылась, боевик. И ужасы. Можем тюрьму поставить? Как вам идеечка? Вот, пожалуйста, можем вот сюда ее впихнуть. И она здесь будет никому не мешаться. Пожалуйста, капитал убавился, но ничего страшного. Проложим дорогу. Вот, пожалуйста, идите строить. Смотрим, что еще у нас есть. Ванная и фантастик. Фантастику вообще не хочу снимать. Если вы хотите видеть то, что мы пытаемся снять фантастику, то, пожалуйста, пишите в комментарии, и мы попробуем снять красивую фантастику. Сценарий по комедии у нас написался, но какая-то... Однозвездочные. И какие сцены? Сцены 4 одни. Фу, блин. Фу. Давайте-ка повременим. Продадим. Еще напишем сценарий. Возвращаемся к работе. Возвращаемся. Возвращаемся. Так. Опа, здрасте, добрый вечер. Кем хотите? Уборщик. Вот и, собственно, и премия начинается. Как раз время потянули немножечко. Ну давайте посмотрим, что ты делаешь здесь. Ты что делаешь? Давайте посмотрим церемонию, надеюсь, что-то мы да выиграем. Мне очень нравится, что они переодеваются по стилю. То есть какой это год? Хер пойми, какой год. Вот, это походу наша категория. Мы здесь должны победить. Но первая номинация. Ну давайте держать кулачки. Да, это мы. Ура! Как Леонардо Ди Каприо. А тут, наверное, мы и не выиграем. Да, мы даже не номинированы. Я так подозреваю, что после этой номинации у нас еще появится много студий, и нам придется еще сильнее конкурировать. Самая престижная студия.
О, может, мы тут тоже есть? Нет, у нас здесь нет номинаций. Вайнер Продакшн победитель. Ну, что поделать. И последнее. Но мы не выпускали самый популярный фильм, мы какие-то среднички выпускаем. Меня бесит то, что у меня нет отдела сценаристов. Вот надо вот с этим вопрос решить. Кто же? Прям бот. Ну блин, он получил две награды. Это так себе. Спасибо большое. Будущая премия – самая многообещающая студия. Это, наверное, вот мы вот тоже можем попасть. Младший менеджер. Требования. Чтобы заслужить эту премию, необходимо добиться. Рейтинг фильма 1. Выпусти фильм с рейтингом 2 звезды. Это мы можем. Ваша студия получит ранг 2 звезды. Это тоже мы можем. Деревня, павильон, лес. Угу. Ну да, мне это прям надо. Окей, ладно. Замечательная новость. Одна из ваших звезд присвоен рейтинг 2 звезды. Супер. Все. Бонус активирован. Мы решаем, какие будут модные жанры теперь. Ну вот и отлично. Давайте-ка и решать. Мы как раз будем писать комедию. Комедию мы вот пишем. Ну что-то не очень. Как мне получить средний отдел сценаристов? Вот это проверю теорию. Что если я поставлю личный отдел? Пожалуйста, понижите сценарий. Угу. Монтажный цех появился. Здесь можете редактировать ваши шедевры, добавлять субтитры, музыку, диалоги, звуковые эффекты. Оно нам надо? Как думаете? Давайте поставим, раз предлагают. Теперь вам доступен новый отдел сценаристов. Что? Стоило мне вот это все поставить. И вот, пожалуйста, добрый вечер. Ну, давайте все соединим, чтобы все красиво было. Средний отдел сценаристов сейчас куда-нибудь воткнем. Вот так вот мы делаем. Вот так вот делаем. Одно и то же все мне там пихают. Так. Так, стоп. Не успеваю ничего. Средний отдел сценаристов. Куда мы можем его воткнуть? Вот сюда можем воткнуть, за домики. Да, я, пожалуй, вот так вот его воткну. И все, у нас здесь все сценаристы будут. Здесь сделаю павильон для... Во-первых, туалет сделаю. У нас туалетов очень мало. И вот так вот сделаю. Так вот. Нет, вот так вот сделаю. Пожалуйста. Туалет найдем мы с вами сейчас. Сначала все это забаррикадируем. Ой, забаррикадируем. Заасфальтируем травой. Вот эта линия, полосочка тоже. Вот это мне тоже не нравится, пожалуйста. Решите вопрос. Поворачиваем. Все, до этой части мы здесь все сделали уже, да? Дальше нам уже некуда идти. У нас здесь все зелено, зелено. Хорошо, давайте продадим все это дело сначала. Нам главное, чтобы вот это построилось. И давайте здесь немножечко украсим. Положим мячики. Вот эту фигню. Что это такое? Не знаю. Что? Лежаки. Вот раз лежак. Вот два лежак. Мусорку, конечно, обязательно мусорку. Даже вот сюда мусорку. Сюда. И где у нас толчок? Толчок у нас здесь. Туалет маленький. Вот сюда, пожалуйста. И давайте-ка немножечко украсим. Чем мы украсить можем? Правильно, деревьями. Деревья наши все. Нифига себе, сколько их такое было. Во. Оп-оп. Ляпота. Так, что еще можем? Рядом с туалетом дерево, пожалуйста. Стройка идет. Деньги тратятся, конечно, сильно много. Ну ничего. Мне бы, конечно, по-хорошему... Сейчас заставить людей там учиться, но я не могу. И фонтан сюда поставим. Нет, фонтан здесь не смотрится. Уличные фонари. Во! Здесь будет красиво. Вот так вот. Оп, оп. Оп, оп. Оп, оп. Все.
все о красоте. Пожалуйста, красная дорожка к туалету. Так, и художницу, мне кажется, надо поставить какую-нибудь. Давайте посмотрим. Фургон закусочный. Раз здесь все отдыхают. Так он не влазит. А вот сюда поставлю. Рядом с мусоркой, да? Вот, отличненько. Все, полезно использовали место. Средний отдел сценаристов у нас построился. И давайте сценаристы. Комедия. Продолжаем. Тоже пишем. Так, теперь возвращаемся к звездам. Чем занимаемся? Ничем не занимаемся. Иди изучай комедию. Ты, значит, тоже изучаешь комедию. Ты, получается, боевик. Тюрьма, пожалуйста, боевик. Ты тоже боевик. Имидж не нравится. Имидж что такое? Сейчас посмотрим. Внешность тоже не нравится. Посмотрим, какие у нас еще здания появились. Давайте. Не успеваю. Что-то слишком много всего у меня появилось. Что у нас тут? Старый погреб. Ужасы. Ладно, все, здесь ничего нового не появилось. Все, мы все построили, отстрелялись, так сказать. Вот это вот мы дерьмо продаем. Куда? Сюда. Опа, что это за очередь? Съемочная группа. А мне нужна она? У меня один режиссер, мне нужен второй режиссер. А у меня нету на режиссера никого. Это плохо, плохо, плохо. Кто-нибудь еще стоит ко мне на работу? Нет? Нет, никто не стоит. Съемочная группа. Что ты здесь сидишь все постоянно, а? Пошла вон! Сидит она все. Так, куда пошел? Давай, чтобы прям вот стопроцентная у тебя комедия была. Мы сейчас такое тут с вами забубеним. У него стресс. Иди и выпь... А, нет, спортом иди позанимайся. Позанимайся спортом. Банан. Ну чё, мусорки, что ли, нету, а? И правда нету. Пожалуйста, вот мусорку. Ставлю вам мусорку. Вот сюда еще мусорку поставлю. Здесь вам мусорку. Не кидайте мусор на... Самое. Как говорится, туда. Что у нас тут? Боевики. Иди еще боевик изучай. Пока мы тут. Работаем. Ты чё? А ты стрессуешь, да? Да, ты стрессуешь. А ты? Ты ничего не делаешь, ты иди, пожалуйста, вот. Так, сценарий готов. Две звезды сразу. Дикий Запад. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё сейчас будет? Ля. Куда вам тебя? Сюда. Кастинг. Пожалуйста. Две главных роли. Один есть. Режиссер. Пожалуйста. У тебя очень хорошие комедии. Пожалуйста. Ты у нас по комедиям? Нет, ты по комедиям чуть-чуть, а у тебя? Ну, получается, вот это будет нести нас на дно. Ну, да похер. Пожалуйста. Добрый вечер, две звезды имеем уже. Фильм снимаем с продажи. Все, все у нас хорошо. У нас чувачок ничего не делает. Ты у нас стрессовала, да? Все, идет фургон. Иди и позанимайся спортом. Спорт сила. Алкоголь могила. Имидж, зарплата не нравится, трейлер, телосложение плохое, имидж, 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 а что, пожалуйста, выбирай сама себе имидж, что я тебе, мешаю, что ли? Занималась? Занималась, иди, автоимидж, все, добрый путь. Ты чем занимаешься? Имидж нравится тебе? Не нравится, у нее нет трейлера, и зарплата не устраивает. Это, значит, получается не очень хорошо, ну давай зарплату повышу. Чего вы все по имиджу, я не пойму. Ну, еще нормально. Хватит. Сейчас отправим их сниматься. Все локации свободны. Пожалуйста, пожалуйста, на съемочки отправляемся. Три звезды уже набрали. Сейчас еще снимем. Ля, что будет? Тебе что? Им же все нравится. Ему трейлер, что у него нету трейлера, ему не нравится. Ну, давай сделаем. Здесь мы ничего строить не будем. Большой отдел сценаристов, скорее, сюда поставим. И знаете, что мы можем снять? Мы можем снять, что у него здесь получше. Боевик, мелодрама. Мне нужен второй режиссер. А ко мне никто не хочет идти устраиваться. Если я возьму отсюда из этой очереди кого-нибудь. Съемочная. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть.
Кевин, сторис. Давай попробуем это провернуть. Нанять как режиссера. Ты рад? Он рад. Опыт, мелодрама и ужасы. Вот как раз, давай-ка ты, мой дружок, пирожок, возьмешь. Что у него по имиджу? Имидж хороший. Давай, дружок, пирожок, поизучай мелодрамы. И ты будешь снимать фильмы для моего мужичка. А ты, моя подружка... А, нет, она занята. Она изменила имидж. Да, вот это. Ля какая, господи. Так, стресс, иди немножечко повыпивай. Уж ладно, в вип-баре посиди. Что у тебя? У тебя боевик. Вот, ой, мелодрама хорошая. В принципе, мы можем взять, где наши сценаристы, и записать мелодраму. Вот сюда, раз. А, ты дрянь, сквозь стены ходишь, да? Иди сюда. Сквозь стены ходит, представляете? Ёпер-мопер. Вот, имидж упал. Почему у тебя упал имидж? Питер Джен. Это кто? Это вот как раз новенький, да? А нет, Кевин. А, ты... Ты шо? Иди. Учимся мелодраме. Всем аулом. Да, обещал зарплату повысить. 181 тысяча, но да ладно. Вот так вот возьмем сразу. Оп-оп. Нравится безумно. 14 тысяч, 12 тысяч пойдет. 10, 7. Кевин, не нравится. Пожалуйста, вот так вот сделаем. 8 тысяч, 22 тысячи. Ни хрена себе он запрашивает. Запрос у него, конечно, будь здоров. Так, снимать? Снимаем. 6 цен, ну неплохо. А вы учитесь, правильно? А ты что делаешь? Стресс у тебя пропал. Мелодрама. Боевик высокий. А мы мелодраму будем снимать. Сейчас все на мелодраму. Так сказать. Накинемся, снимем. И все будет чики-пуки. И у нас будет второй прекрасный фильм. Мне кажется, это на единицу я сейчас сниму фильм. У нас добавилась новая студия? Да, вот, пожалуйста. Что? Рик Юр Мортис Муис. Капитал большой, 256 тысяч. А что у меня с капиталом? Ну, фильмы хорошие. Престиж студия. Смотрите, премия даже есть. Вот это вот спустили, Lionhead. Миллион у них, здорово. Поэтому на первом месте. У них тоже миллион. Ага, вы поднялись на третий только что, да? У вас у всех миллионы. И я такой 183 тысячи, и это 245. Сейчас надо заработать деньги. Имидж. Почему у тебя падает имидж, Кэти? Что ты занимаешься? Кто ты такая, Кэти? Вот она. А что ты ничего не делаешь? Ты же вроде снимаешься. Хрена себе. Снимается и ходит тут по студии. Тудым-сюдым. Оля. Чё сейчас будет? Так, ты учишься? Ты что, мелодрама? Иди учись еще. Ты почему ничего не делаешь? Тебе вот как раз мелодраму надо быстрее всех... изучать, потому что, извините меня, надо. И имидж тебе, да? Нет, трейлер. Нужно два трейлера. Трейлера построили. Тебе, мужик, на. Тебе трейлер нужен был, да? Сейчас построят. Долго ты висел. Чего, недовольный ходишь? Вам же бы еще помощников? А я могу вам намутить помощников? Ну могу же. Здорово. Антураж повысился. Где там еще мой расходный материал? Где? Потерял. Поймал. Здорово, подружечка. Все, вот вам помощники, мужичок, вот тебе, пожалуйста, трейлер. Все, звезды довольны у меня, довольные до жопы. Сценарий готов, будьте сразу предназначение больших зарплат, ага. Да, я помню, но фильм сейчас сниму, и все будет у меня чики-пуки.
Да, иди, пожалуйста, изучай, изучай мелодраму. Тебе больше всех это надо. А ты за компанию. Пожалуйста. А ты что делаешь? Ты уже ничего не делаешь. Но у тебя мелодрама хорошая, но все равно иди, пожалуйста, изучай. Пока не буду благоустраивать их трейлер, потому что что-то по деньгам 132 тысячи, 100 тысяч мы куда-то уже просекли. Но ничего, сейчас фильм будет. Сколько нам осталось? Еще одна сцена, это что-то они доснимают. Да, они вот эту сцену почти сняли. Вот это все изучать. Что? Добрый вечер, как говорится. Нанял, блин, тут себе на свою голову. Давай, пососитесь, давай, да, давай, давай, чё ты? Ага. Увидели, что. Угу, понятно все. Понабирают тут всяких разных. Неожиданно, сейчас было неожиданно. То, пригород, гостиная. Все очень интересно. Капитал падает. Ну ладно, ладно. Так, все, у нас даже вообще нету ни одного фильма в архив. Пока снимается, пускай пишет сценарий. Естественно. Ой, тут на все. Ну, на боевик давайте снимем. Опять. Давай сюда. Все, зарубка пошла. Отучился? Как у тебя? Мелодрама. Давай еще. У тебя очень хорошо все. Иди с ним поучись. Сюда, значит, мы делаем кастинг. Две звезды, один режиссер. Вот как раз они. Ты можешь уже сюда, собственно, приходить. И осталось подождать их. 115 тысяч. Нормально, держимся. Все, фильм сняли. Сейчас эти ребятушки доучатся. Мы выпустим фильм. Да, у моих основных актеров, которые снимались сейчас в фильме. Стресс сильный прям. Надо им отдохнуть. Итак, у нас есть фильм. Выпустить на экраны. А потом этот парень уехал, называется. Название, мне кажется, отличное. Фактор плохое. Что? Я почти три получил. Почему звездный фактор плохое? Популярность жанра, новизна отличная, технология хорошая. Как изменить звездный фактор? Интересно. Это, наверное, из-за той подружки. Окей. Сколько потратили? 50 тысяч, 9 месяцев. Режиссер отличный, кстати, можно охарактеризовать как неплохой, но не более того. Но это вот потому, что у меня там одна подружка была, которая не особо в комедиях шарила. Окей, закрываем. И лутаем бабки. Первое место. Ну, а я о чем? А я о чем? Я об этом и говорил. Капитал студии возрастает. Пожалуйста, дружок, пирожок, вот, пожалуйста, вы заслужили. У тебя тоже стресс, пожалуйста, с ней. Кто? Ты тоже? А, нет, ты нет. Вот, видите, вот подружка пригодилась в комедии, а ее не было. Но так как мы сейчас снимаем боевик, будем снимать боевик, мы, пожалуйста, пойдем репетировать боевик. Так, режиссер. Проспал момент. Режиссер и еще одна роль. Кто? Я забыл. Кто будет еще сниматься? Кого я хотел? Кого я хотел еще в мелодраму? Тебя? Да, тебя. Нет, нет, стресс, ты же ничего не делал? Да, все, пожалуйста. Боевик фильм создан, Дикий Запад, банк, банк. Ну, хорошо, мы пока отдыхаем. Это сумасшедшее, это 100 тысяч уже получил. Все, вот вам, пожалуйста. Добрый вечер, как говорится. Пьянство у него упало. Ага, ну сейчас напьется. Чем она рада? Антуражу раду, трейлеру не особо рада. Имидж. А у тебя еще есть трейлер? Эстер Уильямс. Да, это ее. Ей не нравится, что у нее такой ужасный трейлер. Ну давайте-ка улучшим ее трейлер. Давайте, давайте. Что мы ей можем предложить?
Что мы ей можем предложить? Такое красивое деревце вот сюда вот на участок. Клумбы, пожалуйста, чтобы у нее были. Вот она будет расти, выращивать клумбы. Да, я понял. Ладно, две разные клумбы сделаем. Да и... Вот, пожалуйста, у тебя есть клумбы. Что еще хочешь? Ой, извините. Кустик между ним поставим, чтобы было красиво. Украшения какие у нас? Да украшения что-то не очень. Поставим два фонарика и... Ну давай машину, ладно, уговорила. Что ей не нравится? Что тебе не нравится? Что вот ей могло не понравиться? Вышла в туалет... А, посикать просто захотела. А она... Можно открыть? А что не так? Готово? Готово. Съемки. Что-то не то пошло у меня, я не понял. А, она была... А чё ты в туалет идешь? Вот у тебя туалет. Новые здания появились какие-нибудь? Не появились. Тут что у нас? У нас тут появилось где-то что-то. А, гостиная для мелодрам. Но я думаю, попозже построю. Я думаю, на такой хорошей ноте можно закончить данную серию. Как вам? Как вам? Мы получили награду. Мы выпустили фильм с рейтингом 1. У нас мужик набухался. Вот у него пьянство. Можно его в реабилитацию закинуть? Реабилитационная клиника, пожалуйста, там посиди. Что тебе не нравится? Имидж? Иди в автоимидж. Сейчас всех проверю. Она ничего не делает. Зарплата, имидж, трейлер. Вот трейлеры не устраивают, наверное. Антураж. Ну ладно, я, наверное, сделаю это за кадром. А вы, спасибо большое, что смотрели. Подпишитесь. Умоляю. Буду очень признателен. Не будьте вот этим бананом. Всем спасибо. Всем пока-пока. Я выполнил напоследок как раз задание уже прям за секундочку. Легко.